Вообще-то мы с Колей, героем нашей сегодняшней программы, вышли поиграть в мяч. Но нас заинтересовала вот эта огромная белка, да, Коля? Да, да, давай встанем. Опа. Коль, а где у белки нос-то? Покажи, нос где у белки? Вот нос, да? А ротик где у белочки? Ротик, где ротик? Ротик ам у белочки? Вот, молодец какой, Коленька все знает. Наш мальчишка уже самостоятельно ест сам, может снять небольшие вещи, шапку, варежки, проявляет инициативу в общении со взрослыми. Что это у дяди? Это камера, да, камера, понравилась камера. Нашему сегодняшнему герою Коленьке 2 годика, но, конечно, на первый взгляд так не скажешь, мальчик маленький. Несмотря на это, у него аппетит очень хороший. Мальчик дружелюбный, общается со сверстниками. Конечно же, очень разборчив в друзьях. Если кто-то ему не нравится, он очень долго присматривается. Ну а если же мальчик или девочка ему приглянулись, сразу же начинает общаться, делиться игрушками. А еще Коля любит хозяйничать на своей импровизированной кухне, поэтому будущей маме он станет хорошим помощником.